чего трепыхаешься? Я ведь тебе ничего не сделаю. Мы ведь с тобой друзья. Один мудрый дяденька сказал, старый друг лучше новых двух. А мы ведь с тобой друзья старинные. А что мы теперь с ним делать будем? Пойдем на пристань, продадим кому-нибудь из городских и купим леденцов. Не прикидывайся. И впрямь убилась. Припадочная. Поверила дуреха, что мы взаправду уже разорвем. А что мы теперь с ней делать будем? За ноги к реке и головой в воду. Очухается. Вот тебе. Стой! Куда ты? Это наш уж! Мы его поймали! Был ваш! Нету? Нету! Ушел! Так вам и надо, чертовы дураки! Вот мы сейчас тебе покажем чертовых дураков! Дураки, дураки! У вас ноги коротки! Потонет же! Не потонет. Она плавает, как рыба. Молчи, щенок, спасать надо! Ты смотри, под воду уходит! Эй, люди! Потонет же! Течением унесет! Митрич! Митрич! Утопла. Вот беда какая. Что теперь нам будет? Чего-чего? В полицию загробастают. Вот чего. Все из-за тебя. Из-за меня? Она сама туда сиганула. Сама? А кто палкой на нее замахивался? Кто такая? Да похоже, дачница. Мало ли их тут понаехало. Давай-ка я тебе платьице-то сниму, пусть просохнет. Не ровен час простудишься. Ну, поплачь, поплачь. Оно и полегчает, поплачь. Не моя, ну и слава богу. Ай-яй-яй. Не твоя, так и слава богу. Грех так говорить, Матрёна. Твоя чужая. Ай, живая душа. Кого это тут стряслося? Да вот вытащили, чуть не утопло. А спасибо Леньке твоему. Если бы не он, кто знает. Ах ты тут-то! Почему не на барже? А? Не пугай мальчонку, Гордей Захарыч, не пугай. Не по своей же он воле. Я ему покажу волю.
Как ты смел, говорю, без моего спросу с баржи уйти? Девочка же тонула. Я спасал ее. Врет! Врет он! Он топил! Топил меня! Не топил! Вот истинный бог не топил! За волосы топил! Да замолчи ты! Я тебе, стервец, покажу! Слушай, Гордей, мы все на берегу были, на наших глазах! И без креста. Крест куда девал, басурман? Да, наверное, девчонка в воде сорвала, когда отбивалась. Не хресть. Пшел на боржу! Пшел, шел! Ух, измывается над сиротой. А ты тоже хороша. Подвела мальчонку под кулак такого лютого зверя. А теперь беги, беги, папеньки с маменькой жалиться. Подлая ты девчонка. Мальчик топил меня или спасал? Спасал, дурочка, спасал. А чего он меня за волосы? Так положено, чтоб утопающий не трепыхался, когда его спасает. Волосы. Купалась, вот и волосы. Пойдем, Димочка, я тебя переодену, а то Катя увидит, ругаться будет. Я сама ей покажусь. Что случилось, Дина? Дай мне раньше всего поесть, Катя. Раньше чего всего? Раньше руганья. А почему у тебя платье мокрое? Она купалась, Катя. Ну, хорошо. Ругать я тебя не буду. Вот приедет с работы мама, пусть она поговорит с тобой. А сейчас... Алина, переодень ее и накорми. Я сама переоденусь и накормлюсь сама. Не положено. А где у вас тут положено? А он на берегу. Иди, крути там. Крути, верти, крути. Здравствуй, мамочка. Здравствуй, мамочка. Здравствуйте. Здравствуйте, родные. Держи. Почему ты не пошла встречать маму?
Алиночка, пожалуйста. Хорошо, мамочка. Так, что случилось? Ну, когда ты перестанешь удивляться, Марина? Случилось то, что случается каждый день. И не думай, пожалуйста, что я ее туда поставила. Она сама встала, увидев тебя. Диночка, ты что ж не хочешь поздороваться с мамой? Ах, Марина, ты бы хоть раньше узнала, как она себя вела. Хорошо, Катя, я поговорю с ней. Ну, идем. На нашу секретную скамеечку. Угу. Ну, рассказывай. За что на тебя рассердилась Катя? Мама, а что такое подлая девчонка? Ты где это слышала? Нет-нет. Это не Катя сказала, это на берегу. Я купалась, а одна тетенька одной девочке. Ну что ж, значит, девочка сделала что-то нехорошее. Костя! Костя приехал! Здравствуй, Костя! О, Динка, ух ты, какая тяжелая выросла! Здравствуйте, девочки! А ну-ка, это вам сказки читайте. Спасибо. Спасибо. Здравствуй, Катя, это тебе. Ой, спасибо, Костя. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. У меня для вас хорошие новости. Дети, идите за стол. Идите, мойте руки, мы сейчас придем. Есть возможность устроить для Саши побег. Когда? Точно сказать не могу. Среди нас затесался предатель. Надо выяснить тон, чтобы не провалить все дело. Да. Вот. Заграничный паспорт Саши. Теперь он не Александр Арсеньев, а Николай Пономаренко. Костя, тебе тоже надо уехать. Сейчас не могу, пока не устрою побег Саши. Это вам от него. Саша очень любит этот вальс. Удивительно. Такой суровый человек и... Да. Этот вальс я играла на вечере в гимназии, когда мы с ним познакомились. Ну, а теперь споем. Споемте про нашу Долюшку, женскую. Споем. Ну, начинай. Как там забыла, начинай. В полном разгаре. Ах, вспомнила, страда деревенская. В полном разгаре.
Тихо. Какой-то человек у калитки. Кто бы это мог быть? Костя? Костя, может, это за тобой? Лезь на чердак. А в случае чего, по наружной лестнице и в лес. Девочки, в спальню. Быстрее, быстрее. Марина, где Сашино письмо? Но там же ничего такого нет. Ну зачем рисковать? Найдут, будут допытываться, кто доставил. Давай. Герасим, а мы так напугались. Заходите в дом. Не, я тороплюсь обратно. А вы что, из города? Да. Что-нибудь случилось? Да не, ничего не случилось. Квартира ваша в целости. Да вот только приходил вчера себе какой-то человек. Да? И спрашивал, куда это госпожа Арсеньева с детьми уехала? Ну? Ну, ей сказал, на дачу. А какой он на вид? Одет под барина. Росту выше среднего. Да, припадает на одну ногу. Угу. Ну, я и поспешил, чтобы вы знали. А тут мало ли, кто, что, да зачем. Да, спасибо. До свидания. Старый, на кичку! Я все слышал. Спасибо Герасиму, что предупредил. Ну, а того, кто припадает на одну ногу, следует запомнить. Говори тише. В наше время и стены имеют уши. Костя, а что такое сарынь на кичку? Пойдем, расскажу. Так, в схватке с врагами призывал своих на бой Степан Разин. Взмахнет, блеснет саблей. Зычным голосом крикнет: «Сарынь на кичку!» Враги в рассыпную и наутек. Как в песне о Разине поется. Есть на Волге утес, диким мохом порос, от вершины до самого края. Сарынь на кичку. Сарынь на кичку. А ты тоже хороша. Подвела мальчонку под кулак такого зверя. Подлая ты девчонка. Если бы мама знала, как из-за меня хозяин бил мальчика. Бил, бил, бил. Она сказала бы, мне не нужна такая дочь. Нет, не нужна. Ледяная вода. Хорошо. О, да ты что? Ничего, у тебя как гуси вода. Давай полотенце, я замерз. Слушай, давай полотенце, я замерз совсем. Ну я сейчас ледышку превращусь, давай полотенце. Ну давай. Ну слушай, я же на пароход опоздаю. Давай. С добрым утром, Костя, я тебя провожу до пристани, хорошо? Отлично. Никуда она не пойдет такую рань. А вот и пойду. Правда, Костя? Thank you.
чиновник. Помогите дедушке шарманщику. Ну, возьми. Благодарю вас, спасибо, мерси. Утопленница? Ну, я. Это тебя вчера вот с бродищей. Ну, меня. Только ты не бойся, я тебя не трону. А кто он тебе, отец? Хозяин, вот кто. А ты еще дурочка, не знаешь, как утопленников спасают. Теперь знаю, за волосы. Вот, прямо с дерева. А где Дина? Я ее не пускала. Даже запретила ей идти провожать Костю. Но она ведь знаешь какая. Где же она бегает? Кто ее знает? Придет, наврет, наврет. На. Спасибо. Катя, ты не понимаешь? Она не врет. Она фантазирует. Ну вот и я. Ты почему так долго? Видишь ли, Катя, у прохода, на котором должен ехать Костя, вдруг отвалился нос. Что же дальше? Ну, поправили, приставили, он уехал. Помоги вам Бог. Дай вам Бог здоровья. Катя, Можно, пока вы тут собираетесь, мне пойти и постоять у калитки? Только не забудь, что через полчаса мы едем в город. О, нет, этого я не забуду. Я так хочу посмотреть зоопарки маленьких крокодильчиков. Ну, иди. Мерси. Непоседа. А как этого мальчика зовут? Я тогда не спросила. Может быть, добежать, узнать, пока он один. Ишь, макак расфуфырилась. Фу ты, ну ты, ножки гнутые. Мы тебе сейчас покажем, как уже отнимать. Трошка, заходи с этого боку. Ну, держись. Тарин, на печку. Тарин, на печку. Лёшь, не уйдёшь. Бери меня. Отпусти, вон он меня. А ну! Прочь! Мелочь! Пузата я! Сам! Вставай! Мы еще покажем! Ишь, как они тебя! Да, двое на одного, да еще и на девчонку. Совесть у них есть? Ну ты тоже. Не лыком шита. Здорово она тебе врезала. А мне в ухо садануло. Сейчас звенит. Послушай, звенит. Звенит. Прижми платье, а то забрызгаешь. Сморкайся. Еще вот так. Послушай, как тебя зовут? Макака, что ли? Макака это обезьяна. Это так меня мальчишки дразнят за то, что я лучше их по корням с обрыва лазию. А зовут меня Динка. А тебя? Ленькой. Слушай, а какими ты словами ребят пугала? Сарынь, на кичку. Выдумала тоже. Выдумала?
и ничего не выдумала. Так Стенька Разин кричал, когда на врагов нападал. Ты слыхал про Стеньку Разина? Ну а как же? На Волге живу и не слыхал. Атаман был. Вот-вот, за Рынокичку он для смелости кричал. Еще песня про него есть такая. Есть на Волге утес дикий. Да знаю. А где этот утес? Да тут недалеко. Покажи мне его, а. Вот если только сейчас, пока хозяин в церкви. Пойдем. Только что мне делать с этим рукавом? Оторвать что? Постой. Я тебе сейчас его пришью. Ты? Да. А где возьмешь иголку с ниткой? А у меня всегда с собой. Когда абажур разгружаем, бывают мешки рвутся. А так раз-раз и готово. А почему мы лесом? А так ближе. Вот сейчас будем подниматься. Это он и есть. Сам Стенька разве на этой скале бывал? Ну а как же? Здесь атаману самое место. Смотри, на 100 верст все кругом видать. Кто где идет, кто куда едет, кто по реке плывет. Ой, красиво-то как. Ну а теперь идем, еще чего покажу. Чего, Лень? Увидишь, узнаешь. Стой. Ты язык за зубами держать умеешь? Он у меня всегда за зубами. Вот, смотри. Да нет. Ты молчать умеешь? Когда нечего говорить, то всегда... Тайну. Тайну хранить умеешь? Тайну? Секрет? Вот провалиться мне сквозь этот утес. И никому ни слова. Ну смотри, пошли. Дай руку. А вот мое скрытое жилье. Идем. Здесь и укроюсь, когда сбегу с баржи. Тут уж меня никто не найдет. Когда сбежишь, Лёнь, я тебе буду приносить хлебушка, денежки. Ничего мне не надо. Я ведь не нищий. Заработаю. Садись. А где ты возьмешь денежки? Своих у тебя нет. А чужих? Не-не, слышишь? Слышу. Лёнь, а тебе здесь не страшно? У хозяина страшнее. Вот, смотри. Убить его надо. Сказала тоже убить.
Ты про каторгу слыхала? Тогда беги, Люня, от него. Скорее, сегодня же. Вот погрузим баржу. Мне б только в последнюю минуту не забояться. Смотри, не забойся. Не буду с тобой водиться, если забоишься. Ой, забыла. Мне же надо в город. Ну что ж ты молчишь, Дина? Думаю. Ты что, забыла, где ты была и что с тобой было? Мамочка, можно я сначала поем? Мы из-за тебя в город не поехали, а тебе и горя мало. Сначала расскажи, а потом поешь. И ничего не выдумывай. Ну, стояла я у калитки. Ну? Стояла, и стало мне скучно. Пошла я в лес. Вдруг вижу, вот такой гриб вырос. Только я его хотела сорвать, как двое каких-то мальчишек закричали. Это наш гриб. А я его первая нашла. Ну, они на меня с кулаками. Но я тоже не лыком шита. Дала одному, другому, потом они мне. Тут прибежал третий мальчик. Он защитил меня. Те двое убежали. Ну, вот и все. Так, значит, платье ты порвала в драке? В схватке с врагами. А кто тебе платье зашивал? Тут третий мальчик. У него всегда при себе иголка с ниткой. У мальчика иголка с ниткой? Непонятно. А что ты выдумала? Гриб выдумала. Угу. А те мальчишки просто так на меня напали. Ну вот что, Дина, когда я уезжаю в город на работу, без разрешения Кати, из дома никуда, поняла? А если мне захочется посидеть на берегу или сходить на пристань? Тогда с кем-нибудь. С кем-нибудь мне скучно. Когда я одна, мне никто не мешает смотреть, куда я хочу, думать, о чем хочу, выдумывать, что хочу. Ну, я вижу, сегодня мы с тобой не договоримся. Отложим разговор до завтра. Иди кушать. Тебе в кухне приготовлено. Опять поблажки. Видишь ли, Катя, отругать девчонку не мудрено. А вот помочь ей понять себя... Хм, да, конечно. Мамочка, ты спишь? Мамочка, если кто обещал молчать и не выдавать тайны, он может нарушить молчание? Ты о чем, девочка? О тайне. Ну, если человек дал слово, он должен его крепко держать. И никому, никому. И никому. И тебе? И мне. Если это тайна не только твоя. Лёнь! Куда же он мог деться? Куда он ушел? Ты чё сидишь? Побыстрее, побыстрее, ребяточки, да поплотнее устанавливайте. А то так места не хватит на палубе для всего грузу. Побыстрее да поплотней. Для такого груза нашего брата поболе надо. Ты бы, хозяин, взял еще народу, а то не уложимся к сроку. А, бери, хозяин, еще хоть троих. Вон ребята из нашей артели без дела сидят. Эй, Ленька! Ленька! Глянь, зовет! Коль не в моготу, вот мой сынок поможет. Ты бы, хозяин, лучше воробья нанял. Он быстро загрузит и, главное, денег не попросит. Хватит ляс точить. Ну, чё стоишь? Помогай, ну! Зачем ты вот так? А
тебе, пигалец, чего надо? А ну прочь отсюда! Не трожь! Не трожь ее! Ты что, отцу перечить? Петрович! Слушаю, Тарзей Сахарович. Туда его и... Отпусти! Куда? Отпусти его! Пусти! Связался черт с младенцами. Так я же его отец, Леньки. Какой ты к черту отец? Раз сатана в образе человека. Погодь, Кузьма. Давай, хозяин, по-хорошему. Гони деньги на бочку и никаких гвоздей. Гони, погрузим боржу. А нет, обратно все побросаем. Петрович! Ага. Рассчитайся, пущай догрузят. Угу. Больше их не брать. Слушаюсь. Выходи, щенок! Выходи, звереныш! Выходи, выродок! Дин, давай руку. Лень, Настя сбежал, не забоялся. Как видишь. Ой, ой, какой же ты, Лень, молодец. Скажешь тоже. Держи. Вот и уходит баржа Динка. Без меня уходит. Теперь я вольный человек, понимаешь, вольный. Что хочу, то и буду делать. Дала, у него из сундучка стащил. А это чего такое? Моя личность. Без нее никуда. Только вот размокла. А где же сама личность? Это и есть личность. Метрика называется. Когда родился, когда крестился, как зовут. Здесь все написано. Не разберешь. Давай, Лень, я твою личность высушу, а потом карандашом буквы обведу. Нельзя. Еще скажут фальшивое. Лучше так, как есть. Алиночка, сегодня опять будем варить варенье. Тебе, Дина, не разрешили одно уходить, а ты... Вы же все спали, когда я встала. А будить мне вас было жалко. А какие такие у тебя с самого раннего утра дела? А что, разве без дела нельзя? Но ведь тебе мама наказала, если идешь то с кем-нибудь. А я маме сказала, что с кем-нибудь не скучно. Угу. И она... Угу. Она мне ничего не ответила. Тебя не переговоришь. Иди завтра. Ой! Что такое? Голове щекотно. А что на завтрак? На столе увидишь. Мерси. Что сбежал, это хорошо. Так и надо. Жил бы он тебе с белого света. А работенку мы тебе подыщем. Знает тут меня один капитан с пассажирского парохода. Добрый человек. Придет к нам. Поговорю о тебе. Спасибо, дядя Митрич. А пока будешь помогать мне. Как же ты без спросу из дома уехала? Катя сказала, поступай, как знаешь. Вот я и поступаю. А если узнает отец, мать? Папы сейчас у нас нет. Он далеко. А мама с работы на дачу. Вернется только вечером. Давай скорее продадим. Ишь ты, какая скорая. Ведь только пришли. Смотри, торговка уже деньги получает. А ну, подходи, подешевело, подходи, покупай, подешевело, подходи. Окуни, лещи, судаки, ерши, щуки, сазаны.
этот продаст? Горластая всех нас перекричит. Щуки, сазаны, рыба белая, рыба красная, самая свежая, самая прекрасная, только что из реки, самая свежая, налетай быстрее. Поддержал бы я вашу коммерцию, ребята, да денег нет. Можешь в долг поверить. Деньги на бочку, никаких гвоздей. Резонно. Покупайте, покупайте, рыба свежая, только что из реки, покупайте, пока не распродали. Почем рыба, девочка? 15 копеек пара. Дорого берешь, уступишь? Ну хорошо, пусть будет 12. Дяденька, постой. Вот возьми, деньги потом отдашь. Да что ты, милый, я ж пошутил. Денег у меня куры не клюют. А вот уговорить некому. Я думал, вы и взаправду. Постой, тебя как звать-то? Ленькой. Здешний? Нет, с поселка. Что ж ты, брат, по нашему городу в таких рваных штанах ходишь? У меня нет других. Ну вот что, кончишь здесь свое дело, загляни ко мне, рассчитаемся. Вот в этот дом, на чердаке моя комната, спросишь Степана. Приду обязательно. Смотри, буду ждать. Укус варишь. Ну как несешь? Раздашь товарищам. Еще приходи. Придем. Одну сейчас съешь, а другую на пароходе. А тебе? Ну-ка, дай-ка. Подходите, не стесняйтесь. Пряники, леденцы, петушки. Если вы охвачены со всех сторон злобой, покупайте 6 советов, и вы в короткий срок измените свой характер. Если вы хотите изменить свой характер, покупайте 6 советов. 6 советов всего за 3 копейки. Покупайте 6 советов всего за 3 копейки. Купи мне, Лень. Мне надо обязательно изменить свой характер. Зачем? У тебя характер как характер. Купи, Лень. Можно один совет купить. Только 6, не меньше. Ну, давайте. Держи. Если вы хотите изменить свой характер, покупайте 6 советов. Для вас, господа, последний экземпляр. 6 полезных советов, как изменить свой характер. Последний экземпляр. Прочти, Лень, первый совет. Ну, а ты что, не умеешь? Нет, только хочу послушать. Ну, слушай. Совет первый. Если вы охвачены со всех сторон злобой и боитесь оскорбить любимую вами особу, то опустите голову в ведро с водой. Да куда? В ведро с водой. Состояние ваше изменится. Это для меня. Читай дальше. Если вы сильно провинились перед своей женой, то притворитесь смертельно больным и оглашайте воздух тихими воплями, а также избегайте хорошего аппетита, и вы получите прощение. Это для тебя. Ерунда какая-то. Держи. Домой поедешь одна. Не забоишься? Ты же сам сказал, что они лыком шиты. А ты? Мне нужно зайти к одному человеку. Степаном зовут. А зачем? Не знаю. Приходи на утес, расскажу. Катя, иди посмотри, что около кухни делает Динка. Что там еще? Ну иди посмотри. Дина, что ты делаешь? Изменяю свой характер. Здесь ты сказано, в ведро с водой, а ты в бочку. В бочке больше воды, значит, скорее справлюсь. Резонно? Резонно. А ты, Катя, не смейся. С твоим характером тоже было бы полезно окунуться раз-другой. У меня совсем-совсем изменился характер. Я не охвачена теперь злобой со всех сторон. Идем.
Лень, ты еще не забогател? Откуда? Я все, что наторговал, Митричу отдал. У него ведь семья. Вот, возьми, от билета осталось. Купи себе тянучек. Ты будешь голодать, а я тянучки тянуть. Бери, бери, и не разговаривай. Ну, ладно. А теперь встань сюда. И не поворачивайся, пока не скажу. Чего это ты? Сейчас увидишь. Давай. Пиджак. Вот еще и сапоги. А ты говорил, что не разбогател. Купил? Дядя Степан подарил, к которому я ходил. А твой Степан не припадает на одну ногу? Не заметил, а что? А то. Не понял. Говори громче, здесь никого нет. В наше время и стены имеют уши. Он шпион. Шпион? Кто тебе сказал? Один наш знакомый. Прихрамывает, говоришь? Понятно. А теперь пойдем, я тебя ухой накормлю. Вкусно. Только соли маловато. А что ты не забогател, Лень? Это ничего. Забогатеть тебе помогу я. А как? Потом скажу. Пока секрет. Только не попрошайничай и чужого не бери. Знаю. Ах, зачем это? Дыма, подай что-нибудь. Хорошо, мама. Возьми обратно. Почему? Такие подачки унижают человеческое достоинство. Вот почему. Ух ты, откуда набралась таких слов? Не от тебя, дурака. Пойдем, дедушка, скряга. Свежая рыба! А, старый знакомый. Здравствуй, Леня. Здрасте, дядя Степан. А что это не по форме одет? Я споги, где пиджак? Берегу, дядя Степан. А, ну а как торговля? Да ничего, товар не залеживается. Вот что. Распродашь свою рыбу, загляни в трактир на углу, пообедаем вместе. Хорошо? Хорошо, дядя Степан. Oh, my God.
А, Алексей, заходи. Ты чё такой? Там у трактира, который преподает на одну ногу, стоит. Так. Ну-ка, спрячь это куда-нибудь понадежней. Вот что, ко мне пока не заходи, я тебя сам разыщу. На-ка, держи. Ну, ступай. Стой! Что у тебя в корзинке? Покаж. Не видишь, что ли? Рой, копай, выбирай, до дна цена одна. Рыба свежая, рыба жареная, рыба копченая, рыба соленая. Дурак! Пустомеля! Пшел! Запомнили. Ну, а теперь повторим. В лесу над рекой жила фея. В реке она часто купалась. Но раз, позабыв осторожность, в рыбацкие сети попалась. Не торопись, ее рыбаки испугались. Но был с ними юноша Марко. Схватил он красавицу фею и стал целовать ее жарко. Хорошо. Катечка, да? А тебя Костя тоже целовал жарко? Несносная девчонка. Вот они, твои поблажки, Марина. Опять Катя на меня рассердилась. За что, мамочка? Не умеешь себя вести. И за твой язык. Но я же ничего не сказала. Я только хотела спросить. Алина, веди девочек на кухню, мойте ноги и ложитесь спать. Вечно ты что-нибудь натворишь, Дина. Пойдем. Мамочка, откуда ты знаешь эту песню? Ведь ты нам никогда ее не пела и не играла. А я ее слышала на пристани. Ее пела одна девочка. Ты слышала, как я под шарманку... Ты не пугайся. Я не буду тебя ни отчитывать, ни наказывать. Надеюсь, ты мне сама все расскажешь. Секрет. Тайна, мамочка. Мамочка, ты умеешь держать язык за зубами? Ты хочешь сказать, умею ли я хранить доверенную мне тайну? Пойдем на нашу секретную скамеечку. Пойдем. Опять секрет. Он такой, он не забоялся, он сбежал от него, мамочка, совсем сбежал. Живет один, в пещере.
Так что ж ты не позовешь Леню к нам? Судя по твоему рассказу, он очень славный мальчик. Он очень хороший, мамочка, очень хороший. Я его позову, обязательно позову. Тебя никто не видел, когда ты шла сюда? Никто. Я шла потихонечку, с оглядкой. Ну, смотри. Не забогатела и я, Лень. Пила-пила, и только шарманщику на хлеб. А тебя слушали? Еще как. А на деньги, знаешь, какие жадные. А у меня вот. Откуда у тебя? Дядя Степан дал. Он хороший. А ты знаешь, кто он? Кто? Политический. Он прокламации печатает, а потом рабочим распространяет. Вот. Листовками еще называются. А чего в них? Про всех богатеев пишут. И про самого главного. Про царя. Если с такой листовкой попадешься, то тюрьма, а то и ссылка. Каторга. Вот я и придумал это. Бублики? Зачем тебе так много? Видела? Поняла? Нет, Лень, не поняла. Вот. Для того, чтобы полиции было невдомек. Как листовки попадают в нужные руки. Вот ты и придумал? Эти бублики с начинкой. Да. Молодец. Ой, Лень, какой ты умный. Умнее самого Тома Сойера. Слыхал про такого? Нет, не слыхал. А хочешь, я тебе книжку принесу про него. Сегодня же. Сегодня не надо. Работы много. Вот завтра. Завтра я не приду. Мама весь день будет дома. Приходи лучше ты к нам завтра на дачу. Познакомишься с мамой, с сестренками, с Катей. Не приду. Еще скажет, с какой дрянью водишься. И тебе попадет. Не попадет, Лень. У меня мама знаешь какая? Она тебя пожалела бы. Еще чего? За что меня жалеть? Я ведь не калека какой-нибудь. И приживала мне у кого не был. Может быть, все-таки придешь? Сказал, не приду. Значит, не приду. А ты чего тут? Мама пришла встречать. Ну, как у тебя сегодня? Пробрался на завод, все до одного роздал. А вот еще несу для начинки. Ой, сколько. Только не попадись, Лень. Да уж как-нибудь. Можно? Возьми. Приходи сегодня к нам, концерт играть будем, я стихи читать. Не приду. Ну и не надо. Дина? Ой, мама! Это он? Да ну его.
что ж ты. Заводь спит, стоит вода зеркальная. Только там, где дремлют камыши, чья-то песня слышится печальная, как последний вздох души. Это лебедь поет, умирающий, он своим прошедшим говорит, а на небе вечер догорающий и горит, и не горит. Отчего так грустны эти жалобы? Отчего так ноет эта грудь? В этот миг душа его желала невозвратное вернуться. И когда зажглись звезды дальние, и когда туман вставал в тиши, лебедь пел все тише, все печальнее, и шептались камыши. Не живой он пел, а умирающий, потому он пел в последний раз, что пред смертью вечной, примиряющий, видел правду первый раз. Молодец, мышка. Диночка, ну теперь ты прочитай нам своего каменщика. С выражением, мамочка. А как ты читала, когда у нас были гости? У меня так не получится. Почему? Гостей нет. Ну, прочитай, как получится, хорошо? Каменщик, каменщик, в фартуке белом, что ты там строишь, кому? Эй, не мешай, мы заняты делом, строим мы, строим тюрьму. Каменщик, каменщик с верной лопатой, кто ж не будет рыдать? Верно, не ты и не твой брат богатый, незачем вам воровать. Каменщик, каменщик, долгие ночи, кто проведет в небе сна? Может быть, сын мой такой же рабочий, тем наша доля полна. Каменщик, каменщик вспомнит, пожалуй, тех он, кто нес кирпичи. Эй, берегись, под лесами не балуй, знаем все сами, молчи. Браво! Браво! О, молодец, артистка! Подрастешь, Ермоловой станешь. Ты же сегодня не должен у нас быть, Костя. Что-нибудь случилось? Надо поговорить. Пойдемте в сад. Ну, дети, вы тут пока одни, без нас. Мышка, может, ты нам сыграешь полечку, а мы с Диной потанцуем? Арестован Степан. Третьего дня. Его взяли без всяких улик. Накануне ночи он работал в типографии, вышел с целой пачкой прокламаций. Непонятно, куда он их дел. Диночка, дай мне откусить. Ешь, я себе еще принесу. Говорят, что с ним видели какого-то парнишку с корзинкой. А кто он, никто не знает. Непостижимый случай. Степан сидит, а кто-то работает за него. Уже на двух наших заводах объявились прокламации. И что интереснее всего, они вложены в бублики. В обыкновенные бублики? Да,
Самые обыкновенные бублики. Полиция себе зубы поломала об эти бублики. Меня предупредили, установлена за бубликами специальная слежка. Но неужели нельзя как-нибудь его предостеречь? А что можно сделать, Марина? Ведь человека, который распространяет эти прокламации, никто не знает. Да, в этом-то и беда. Боюсь, что не сдобровать нашему бублику. Пропадет наш бублик. Динка! Динка! Ты куда? Я к тебе. А ты зачем здесь? Тебя слушал. А здорово ты, про каменщика-то. Все-таки пришел, Лень, молодец. Мне с тобой поговорить надо. Идем сюда. Не поезжай, Лень, завтра в город. Не завтра, не послезавтра. Тебя полиция разыскивает. А ты откуда знаешь? Костя приехал и сказал, что за бубликами установлена слежка. Ладно, не поеду. Только ты не думай, что я полиции испугался. Нет, я новое место нашел. Там рабочих много. Бублики на расхват. Сам видел, как один рабочий читал своим товарищам. А за меня ты не бойся. Я за себя постоять сумею. И за тебя тоже. Не надо ставить сюда. Поставь на багажник. Возьми, мальчик. Нам на Дворянской, дом купца Перетолкина. Господин чиновник, давайте я вам помогу. Возьми, поднеси. Если ты с ним дружишь, то почему он у нас тогда не бывает? Не хочет. Почему? Гордый, боится, жалеть его все будут. А он не калека, а живет плохо. Знаешь, какие у него худые ребра? Ну, если бы мой друг голодал, я бы этого терпеть не могла. А я не терплю. Хотела принести ему хлеб, сахар, а он говорит, не надо, сам заработаю. Вот он какой. Скажи Лене, что твоя мама просит его прийти. Скажи, что я рада вашей дружбе. Скажу. Сходи сегодня же и пригласи к обеду. Сегодня он в городе, на заработке. Сергей? Я. Ну как там? Все готово, Константин Петрович. Там наш человек. И надо сегодня, только сегодня. Или очень не скоро. Идем. Thank you.
Спасибо, Костя. Друзья мои, а сейчас мы в разные стороны. Но придет время, я знаю, оно не за горами, мы опять будем вместе. Но уже на свободной земле, нашей земле. Не бойся, дяденька, я свой. О, видал? С начинкой. Это куда это у тебя? Листовка-то? Да. А, политические дали. Так, кто дал? Политические дали. Я ими рабочих снабжаю. А ты знаешь, кто я? А как же? Ты за царя, ты против политических. А откуда? Чего откуда? Откуда знаешь ты? А, политические же и предупредили. Так чего же ты ко мне, а? Пусти. От того, что мне политически помочь обещали, а показали кукиш с маслом. А у меня ни отца, ни матери, никого. Хожу голодный, жить негде. Мне деньги во как нужны. Хорошо заплатишь, все твое будет. И листовки, и бумаги. Какие бумаги? Списки политические. Кто где живет, где и когда собираются. Где списки? Тут, рядом. Через 10 минут вернемся. Веди. Эй, дяденька. Ну? А деньги вперед. На месте расплачусь. Пошли. Ну, быстро. Куда? Здесь, сюда, идем, идем. Прилегла бы, Марина. А я посижу, подежурю. Это я. Костя, погасите лампу и оставьте открытым черный ход. Подождите здесь, я сейчас листовки и списки принесу. Ну-ну. Мальчик! 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 Как дети? Все хорошо, Саша. Один все такой же сорванец. Все больше становится похоже на тебя. Я сейчас разбужу их. Не надо, Марина. У нас время считанные минуты, возможно, погоня. Я только взгляну на них. Опять уедет в город, и я его целый день не вижу. А мама сказала, чтобы я привела его сегодня обязательно к нам. Испугался. Не кричи. Ничего не испугался.
сон плохой приснился. Почему ты здесь, а не там у себя в пещере? Там я больше не буду. Там доска вниз упала. Доску мы новую найдем. Да и пещера обвалилась. Жалко. А я к тебе бежала. Мама сказала, чтоб я обязательно тебя привела сегодня к нам. Вот я и торопилась, чтобы ты в город не уехал. Не пойду я к вам сегодня. А когда же? Вот поступлю матросом к капитану на пароход. Справлю себе воротник, полоску, тогда. Ну, когда это будет? Дяденька, чего это вы тут? Листовки. Прокламация. Списки. Листовки. Прокламация. А чего это с ним? Списки. С ума спятил. Прокламация. Лихнулся, значит. Списки. Матросы решил. Молод еще. Из молодых да ранний, Сергей Сергеевич. Паренек работящий. Да? Ручаюсь, как за самого себя. Ну, хорошо. Пусть подготовится к следующему рейсу. Посмотрим. Премного благодарен, Сергей Сергеевич. Ну вот, все и устроилось. Мы очень рады, Леня, что познакомились с тобой. Узнали тебя. Ну, а теперь... Счастливого тебе плавания. Вернешься прямо к нам. Теперь у тебя есть дом. Есть вот мы все. Спасибо. Марина, ты сказала Лене, чтобы он, когда вернется, приезжал к нам. Да, что? Но ведь мы скоро должны покинуть этот город, уехать. Как же он нас найдет? Как же он нас найдет, мамочка?